Всем привет, Костелло здесь, и сегодня мы с вами давайте сыграем в такую игру, которую, как вы можете заметить по последнему сохранению, я хотел его и пройти еще в 2020 году, но, если честно, я не помню, что произошло тогда и почему я первую серию не выпустил. Возможно, я записывал с Бандикама, и тогда у меня, видимо, что-то пошло не так, и, в общем, и в целом нужно было перепроходить, перезаписывать все это дело. Ну и вот, спустя несколько лет решил вновь прийти, чтобы пройти ее полностью, как это делал Куплинов. Farlon Sales. Игра, очень сильно смахивающая по геймплею на Limbo. Но только здесь нам можно будет не просто управлять главным героем, а еще и управлять транспортом. К тому же, по Фару вышла вторая часть, которую мы тоже с вами заценим. Вот, поехали. Не, серьезно, ребят, по сути, это вот именно что как Limbo игра. Вот она очень сильно похожа на Limbo, но только с таким большим, так скажем, смысловым грузом. Так, а для чего я, кстати, собственно говоря, взял вот этот ящик? Для чего я его взял? Не совсем понятно. Ну ладно. Не связано, зачем я его взял? Типа просто, чтобы... Или что? А, в смысле? Вот, все, я могу подняться по лестнице, окей. Вот, так, чё? А, ну это ладно. Вот. Так, ну лампа. А, надо было взять с собой вот эту вот штуку, да? Вот. Я когда-то давно смотрел, опять же, повторюсь, у Куплинова прохождение, и мне захотелось потом через некоторое время самому эту игру пройти. Так, вот сюда поставь. Так, отлично. А как? А что? А чё это? А зачем? Ну ладно. Не совсем понятно, зачем нужно было брать вот этот вот ящичек. Видимо, чтобы просто показать кнопку действия. Вот. Я очень, ребята, люблю игры наподобие Limbo, Limbo-like, скажем так. Вот. И поэтому мимо этой игры я пройти не мог. Вот. На протяжении всей игры, кстати говоря, мы будем ездить по высушенному морю. В свою очередь, во второй части у нас это море каким-то чудом появится. Плюс, по-моему, сами будем плавать по этому морю. А здесь, в большинстве случаев, мы будем ехать. Вторая часть, в свою очередь, будет про плавание. На тот момент, когда я играл эту игру в 2020 году, графика была, ну, не алё. Потому что я записывал с не очень мощного, не то что компа, а ноутбука. Вот. Так, ну и собственно вот наш транспорт. И вот все схемы, не схемы, двигатели, не двигатели, с которыми мы будем взаимодействовать на протяжении всей игры. Так, и сейчас нам нужно заполнить энергию синенькой водичкой. Так, я уже на самом деле забыл, как это делается. А, вот так, ну да, точно. Ну все. Так, теперь нам нужно что? Вот так нажать, и мы поехали. Периодически, ребят, мы с вами будем останавливаться в некоторых местах, чтобы пополнять... Как его называют? Что случилось? Пополнять этот, как его зовут, двигатель. И периодически, кстати говоря, выпускать парус. В этой игре можно парус выпустить, крюк подцепить и всякое такое. Пожар тушить будем, потому что вон сверху есть шланг. Я не знаю, ребят, сейчас как со звуком, поэтому я пока что провожу тест звука.
Так. Так, ладно, сейчас, значит, пока еще рано, наверное, выпускать этот, как его. Парус. А вон там с вами, ребят, если что, находится этот, как его зовут. А, это ускорение. Наверное. Может, не ускорение, не знаю. Давай, 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 давай. Все, закончилась энергия. Практически сразу. И мы до кого-то не доехали, да? Придется идти пешком. А пешком идти довольно далеко. Чтоб просто подзаправиться. Вон, видите, насколько далеко. Так, и сейчас как быть? Без энергии у меня мой транспорт не сдвинется. Так. А это что? Это крюк. Это крюк. Подожди, это крюк. Это крюк. А вот это что за кнопка сверху? Это типа тормоз, я понял, это тормоз. То есть он просто без тормоза никуда не поедет. Так, хорошо. Вот эти крюки можно сюда класть разные ящички. По-моему, с топливом в большинстве случаев. Блин, а как? Подожди, а как я дальше-то понесу транспорт свой? Никак? Ну-ка, насколько? А, нихрена, короче, мне придется самому тащить, если у меня нету этих ящичков, нету с собой с топливом. Мне придется тащить самому. Не везде, конечно, потому что есть, например, какие-нибудь горочки, с которых может скатиться сам транспорт. А, зашибись, я еще не могу. Серьезно? Давай тащи. Ну, сука. Так, секунду, у меня что-то тут телефон зазвонил. Сейчас, погодите. Кредит мне хотели навязать. Или типа того. Говорит. Я не расслышал, компания какая. Банк, не банк. Меня зовут Алена. Как я к вам могу обращаться? Ага, сейчас, до свидания. Нет, нахер. Лучше бы она мне помогла вот с вот этой вот шнягой, которая называется, где мне найти топливо сейчас. И как мне... Блин, мне что, реально мне придется идти пешком, что ли, с этим топливом? Ну, блин. Ну, ладно. А насколько далеко мне придется идти за этим топливом? Я понимаю, что всю игру пройти пешком не получится, но, блин. Если топлива не хватает, придется идти пешком. Но, блин, это так дойдет. Ну, это далеко, слушай, реально далеко. Где тут ящики, например, какие-нибудь? Вон, вижу ящик. Вон, ящики вижу, но, блин. Не, ну, давайте сейчас что сделаем? Сейчас же мы немножко-то километров до этих ящиков-то все равно протянем. Доедем все равно в любом случае. Что, звук пропал, кстати говоря? Вот, все слышу. Почему-то, когда я иду далеко от транспорта, звук так пропадает, блин, это жутко. Так, давай. Так, давай. Ставь. Так, ну все, заправились, поехали. Let's go. Так, а я могу эту кнопку тянуть обратно? Нет, кнопку я тянуть обратно не могу. Но это не торможение. Это просто спуск пара. Ну все, вот, сейчас доедем. Соберем ящики, давайте. Подожди, остановись. Эй! Остановись! Сука, он заехал прямо под эти ящики, я понял. Ладно, забирай. Ящики забираем, так. Так, давай. Погоди. Сейчас все соберем. Так, давай. Ящик второй.
Да блин. Ящик второй. Ящик третий. Так, больше я вроде ящиков не вижу. Давайте. Так, подожди, я, наверное, знаете, как вот так повешу на всякий случай. А эти два ящика мы с вами оставим, чтобы мы могли ехать дальше. Поехали. Подожди, вот эта кнопка, которая над входом, это, наверное, есть парус, да? А, нет, это не парус, это крюк. Это крюк, окей. Поехали, 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 поехали. Так, спокойно. Что-то у меня на какой-то мой... Езжай, 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 давай. Что случилось? Пожар? Нет, пожар. Ничего не горит, не ври. Что-то дымится? Нет. Это просто труба, наверное. Давай, давай, давай. Давай, 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 езжай. Езжай, 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 езжай. Давай, 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 давай. Хорош. Так, тормоз. Блин, где тормоз? А живот тормоз. Стой! Тормози. Погодь. Ящички возьмем. С топливом. Так. Да блин, допрыгни. Серьезно, я допрыгнуть не могу. Вы что, прикалываетесь? А, обалдеть, я допрыгнуть не могу, окей. Так, подожди, тогда пойдем с другой стороны, значит. Раз мы здесь допрыгнуть не можем. Так, давай, значит. Так, я так понимаю, вот этим можно цеплять ящички, да? Ладно. Окей. Это будет тяжело. Так, так, раз тяжело, значит, пойдем вот таким образом. Так, можно, в принципе, так-то, если что... Отъехать чуть-чуть подальше, чтобы я мог потом это. Так, ладно, пускай так будет. Так, все, тормози. Так, тормози. Так, сейчас я прибегу за ящичками. С топливом. Так, бросай. Так. Бросай. Бери последний. Бросай. Супер. Поехали. Так. Так. Так, повесь. Так, а эти сейчас мы, наверное, вот эти два ящика мы сами применим. Так, давай, наверное, вот сюда. Ой, куда? Не сюда. Да ёб твою мать. Так. Давай вот так. Вот так. Так, сейчас возьмем последний. Так. А этот, наверное, мы просто положим пока. Так, давай. Загружай. Поехали. Все, поехали. Давай, 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 давай. Не бухти, не бухти, не бухти, не бухти, не бухти, не бухти, не бухти. Ускоримся. Езжай, 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 езжай. Сохранялка, кстати, прошла. Давай, 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 давай. Можешь, 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 можешь. Давай, 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 тормози. Все, стоп. Так, пока стоп. Так, бери ящички. Еще. Так, и давай. Значит. Применим вот так. Ну, ё-моё. Вот так. Всё. Так, подожди. А второй? А второй? Вот. Супер. Так, бочка. Бочка, она что делает? Это... Ой. Блин, я застрял. Так, спокойно. Так, а что делает бочка? Давайте сейчас посмотрим, что делает бочка.
Потому что я игру в эту играл, не играл давно, поэтому я могу что-то забыть. Ну, точнее, я ее в нее играл не полностью. Поэтому. Так, давай бочку вот так оставь. Не выпадет, если что. Так, давай. Возьми эту. Так, эту мы, наверное, повесим. Пока пусть повисит. По-моему, бочки нельзя вывешивать в этот. На крюки. Так, ребят, если вдруг звук будет плохой в игре, то есть не будет слышно чего-то, то сразу извиняюсь, ребят. Потому что я не знаю, как в игре контролировать звук, как вообще в принципе в играх контролировать звук, чтобы как у Куплинова было. Давай, 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 езжай. Езжай, 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 езжай. Сейчас дадим газку, давай. А, подожди, парус, по-моему, нужно будет, короче, улучшить. Там, по-моему, появится в какой-то момент улучшение, в котором, типа, мы можем это парус-то добавить на случай, если вдруг топлива не будет, а в игре есть ветер, который поможет нам ехать дальше. О, давай, 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 скатываемся, скатываемся вперед. Давай, давай, даешь, даешь. Так, посмотрим. Ой, не то взял. Мне нужно бочку взять. Вот так. Так, давай. Дает, дает. Супер. Let's go. Так, стоп. Так, стоп. Ящичек. Возьмем ящичек. Ящичек никогда не помешает, потому что дорога будет довольно длинная, поэтому все ящички с топливом, они нам очень сильно пригодятся. Стараемся не пропускать ни один ящик. Поехали. А вон еще, кстати, крючки внизу, вот я только сейчас заметил. Вперед, 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 вперед. За 3 серии, может быть, мы эту игру осилим. Если не за 4, как Коплюнов. Давай, 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 не шебурши. Пожара не было, не ври. Не ври, не было пожара. Воу-в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 оу, ни хрена себе. Так, отлично. Езжай. Так, там этот, короче. Так, все, встали. Так, там этот. Там контейнер. Так, там контейнер, бери. Так, погружай. Заправимся заранее. Спасибо. Так, все, теперь едем наверх. Нам нужно сейчас с помощью крана убрать контейнер. Так. Это что такое? Это возьмем давай. Не знаю, что это такое, но это мы возьмем. Какой-то шарик, что ли? Ладно, шарик не шарик, хрен с ним. Пускай будет у нас. Так, дальше идем. Давай-давай. А, вот парус! Вот он, парус, отлично. Все, мы нашли парус. Поехали. Да-да-да. Вперед, вперед. А он сейчас не оденется, да? Или оденется? Как-нибудь пристыкуйте его, я не знаю. Ну, допустим, пристыковали его. Как-то странно его пристыковали. Парус, на хрен с ним. Так, все, сейчас давайте испытаем парус. Ветер. Кстати, ветер в этой игре нужно. Ориентир на ветер делать нужно по красному флажку, который находится сверху. То есть, если красный флажок дует вперед, значит ветер есть. Значит, можно распускать парусы. Тем самым можно экономить в игре топливо, которое мы тратим. Вот это дизельное топливо. То есть, постараемся в этой игре еще плюсом экономить топливо. Это подлодка. Охренеть. Это что мы за человек такой, который живет в мире, где есть такие огромные подлодки? Но это не подлодка, это
Это понятно, что это вот маяк, этот, как его зовут? Пристань, не пристань. Вода вся высохла, но при этом как-то живут чайки. Либо вода есть, но она в очень таких, знаете ли, маленьких количествах. Мы можем даже на нас вот так сесть и поехать. Очень все это красиво выглядит, ребят. Вот знаешь, вот едешь по вот этому вот высохшему морю. И хочется, чтобы вот в этом вот пустом куске Farlon Sales логотип. И все. Так, вон автобус. Чей-то разбившийся. Как только флажок перестанет развиваться на ветру, то уже все. Можно будет опустить парусы. А, кстати, не помню, как опускать парусы в этой игре. И можно будет дальше идти. Судя по следам, уже кто-то ехал до нас. Возможно, это мы сами, но это не точно. Более чем уверен, эту игру пешком пройти без машины не получится. Тем более, если сделать такую попытку, то игра засофтлочит невидимой стеной. Так. Она сама остановится, если ветра нет. Давай, дави катера! Опа, спокойно. Вот здесь надо аккуратнее. Опа. Все, приехали. Тихо. А, окей, паруса не опускаются сами, когда останавливаются вот на таком отрезке уровня. Так, у меня сломался этот. Вроде бы, да, двигатель сломался или что? Непонятно. Так, а это что такое? Внизу какие-то чемоданы, вон я вижу. Подожди, ну-ка, секунду, это что за чемоданы? Я хочу посмотреть, это что такое? А, это я могу взять, ничего себе. Это, наверное, короче, этот, ребят. Это, наверное, ресурсы, которые я могу потратить потом для топлива. Но я их, вон, видите, вешать могу. А, кстати, а куда пропал этот? Синенькая штучка. Я синенькую штучку здесь оставлял, она куда-то исчезла. Ладно, неважно. Куда-то исчезла одна синенькая штучка, ребят. Которую я взял с маяка, и она исчезла. Ну ладно. Бог с ним. Так, вижу, короче, ворота. Ой, не ворота, а этот. Спуск вниз. Сейчас попробуем что-нибудь сделать, чтобы мы могли убрать. О, это корабль. Ни хрена себе. Вот он, этот мячик. А как он туда попал? Ну ладно, хрен с ним. Так, упади. Все, спасибо. Так, а к тому ресурсу уже не вернуться, да, я так понимаю? Или можно вернуться потом? Нет, потом можно, мне кажется, можно вернуться, потому что... Все, упал. Все, рухнул. Так, все, пускай этот шарик здесь повисит. Так, а мы сейчас вернемся к еще одному ресурсу, который находится внизу. Там внизу есть еще один ресурс. Вот этот вот. Похоже на колокольчик. Вот давайте мы его возьмем тоже. Картины здесь. Забирай. А, колокольчик, прикинь. Прикинь, короче, колокольчик. Если он мне надоест, мы его сожжем. А это что такое? Вот это тоже могу взять. О, прикол. Какой-то камушек или типа не камушек, не камушек, не знаю. Так. Слушай, осталось только одно место, где можно повесить. Так, тогда есть еще одна идея, смотри. Мы его можем сейчас вот сюда присобачить, и пускай он будет там. Если вдруг, Лумар, если вдруг он исчезнет, то будем в курсе. Мы будем в курсе, что он исчез. Так, давайте колокольчик мы с вами повесим вот здесь.
Да куда ты? Пеший. Все, пусть висит колокольчик. Если он нам надоест, мы его тогда это... Мы его сошем. Так, давай, поехали дальше. Поплыли дальше. Поплыли дальше. А я что, я как там починю? Я там не починю, я не знаю, как чинить в этой игре. Я там не починю. Там какая-то кнопка, она искрит, сейчас я не починю. Еще танкеры. Или не танкер. Ой, да ладно, куда это мы врезаемся, блин? А почему нельзя камеру отдалить? Как она отдаляется? Во. На С можно отдалить камеру. Все, супер. Пока мы сейчас все равно плывем. Плывем через воздух. Едем, плывем. Можно отдалить камеру. На С. Но иногда игра автоматически отдаляет камеру. Поэтому вот. То есть... Ну ладно, без то есть. Так, отлично. Еще одно место, где нам нужно будет открыть ворота. Так. Стой. Все, спусти парус. А, пожар, блин. Блин. Во, все, супер. Все, стоп. Вон он, шарик. Да, его можно переработать, супер. Так, бочка. Так, бочки мы забираем на переработку в качестве топлива. В качестве сырья для топлива. На. Так, это тоже забираем. Это ящичек. Ящичек пусть будет вот здесь. Ой, куда ты? Да ё-моё. Вот так. Так, пусть будет вот тут ящичек. Так, а мы идем. Куда поехал? Подожди, куда поехал? Тихо. Подожди, нам нужно ворот поднять. Сейчас мы через мостик перейдем и поднимем ворота. Так, паруса сами спускаются. Хорошо. А, я понял. Я понял. Да подожди ты. Во. Давай. Хватит. С чего? А. Там был люк. Так, а там чё? Там сырьё какое-то? Ну, это вроде похоже на колокольчик. Ну ладно. Всё равно это сырьё. Это мы возьмём. Так, давай. Так, отлично. Скама. Ост. Охерительно, мост опустился. Ну и ладно. О, кстати, тут мотоцикл. Кто-то оставил мотоцикл. Хм. Окей. Допустим. Так, давай, это фонарик. Это фонарик. Фонарик не помешает. Так, давай. Ветер у нас еще есть. Давай. Юзаем ветер. Let's go. А сейчас он опустит, потому что же это. Но. Поэтому здесь нужно заюзать наш транспорт. Так, сейчас можно притормозить.
Или что, или нет, по-моему, не распустится, надо чуть-чуть дальше поехать. Чуть дальше. Все, стоп. Так, все, теперь давай сейчас мы это. Вот здесь можем заюзать ветер. Для экономии. Так, я надеюсь, там переграды нету. Нет переград, по-моему, там. Или есть? Есть, блин, переграда. Ладно, окей. Ничего страшного, что переграда есть. Сейчас мы заюзаем тогда наш этот транспорт. Давай. Езжай. Все, харе. Поехали. Так, поехали. Чё? Да не ври, можешь. А, нет ветра, блин, господи. А. Я не заметил, что флажок-то там ветра нет. Все. Езжай. Все, поехали. Блин, как-то успела повредиться кнопка скорости. Ну ладно. Не страшно. Езжаем. Чего? Давай. Поехали. Пока все равно нету ничего. А вот есть. Так, тормози. Так, сейчас возьмем коробочку. Так. Ну и давай заюзаем нашу кнопочку. Let's go. Поехали. Давай. А это что за минус? Параметры вон изменились очень сильно. Ну ладно, хрен с ним. На. Езжай. Это что? Какая-то баночка или коробочка, не знаю. Возьми, сейчас мы заю... Так, уже, скорее всего, сейчас будет шторм или гроза, или типа того. Так, на. Давай. Слушай, можем сейчас так-то, в принципе, его погрузить. Этого хватит? Хватит. Супер, поехали. Давай. Все нормально, едем. Так. Тормози. Все, тормози. Так, сейчас будет песчаная буря. Но нам она не страшна. Так, слушай, уже, блин, охренеть темно становится. Спокойно, тихо. Жесть как темнеть начинает. Так, благо у нас фонарики есть, или типа того. Так, это пока здесь оставим. Так, это тоже забираем. Фонарик, кстати, сам включился. Так, флажок смотрит назад, но ветер, он, по-моему... Или можно использовать ветер? Подожди, а можно использовать сейчас ветер? По-моему, нельзя сейчас использовать ветер. Но он же дует назад, но он же не вперед дует. Все правильно. Так, вот сейчас вот укатится мой шарик, вот это вот плохо. Вот сейчас укатится мой шарик, это плохо. Мне не надо, чтобы сейчас укатывался мой шарик. Вон там внизу укатывается мой шарик, поэтому надо его сейчас взять. Бери. Все, забирай. Пошли. Да куда ты, блин? Не сюда. Ну ладно, хрен с ним, пускай здесь будет шарик. Сейчас. Все, давай. Вперед. Езжай. Сможем. И в дождь и в слякоть. Крепче за баранку держись, шофер. Вперед. Так, отлично. Так, дополняем топливо. На. Блин, не дополнил. Ну, сука. Так, на. На, держи. Так, сейчас можем взять шарик. Вот этот сверху который. Давай.
Если какие-то, ребят, запасы я пропущу в этой игре, извиняюсь заранее. Так, давай. Забирай. Сейчас мы его будем юзать. На. Небольшую часть пусть будет. Блин, колокольчик взял, но он не звенит. Это хорошо. На самом деле, это даже хорошо. Так, сейчас будем тормозить. Сейчас будем тормозить. Тормози. Припасы. Припасы, 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 припасы. Супер. Припасы. Забирай. Отлично. Давай. Натя. Кстати, а что у меня по звуку-то в игре, кстати говоря? Нормально. Хрен с ним. Так, ладно. Давай. Езжаем. Так, сейчас пополним запас. Давай. Давай. Так, на самом деле нужно с запасами работать, ребят, аккуратнее. Опа, пожар, 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 пожар. Забирай. Сейчас, 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 давай. Угу. Все отлично. Так, все, поехали. Все спокойно. 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 Все, едем. А. Я опять не вижу кнопку Steam. Давай, 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 давай. Так, все. Штормить перестало. Сменилось. Все. На ночь. Сейчас прикинь, короче, он поедет без меня. Так, нет, нафиг. Нафиг, 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 нафиг. Нафиг, не. Без меня не поедешь. Сейчас соберу все запасы и поедем дальше. Так, нет. Пока харе. Ну-ка, этого хватит. Ну, еще чуть-чуть. Поехали. Теперь поехали. Отлично. Мне интересно узнать, это вообще нормально, что мы ту энергию, которую мы собрали, мы ее вообще не используем. И в большинстве случаев мы подбираем все, что дальше по уровню. Вообще было бы неплохо, на самом деле, до упора вот эту энергию всю потратить, чтобы потом был смысл юзать этот, как его... Юзать нашу энергию. Так, харе, стоп. А, там все равно ворота. Там все равно ворота, поэтому... Сейчас мы... Откроем ворота. Сейчас бы нам надо открыть ворота. Так, я допрыгну. Так, я так понимаю, нужно будет как-то под нее встать. То есть нам нужно до упора ворот доехать. Ну вот, вот так. Чтоб мы могли прыгнуть в нужную нам область. Вот сюда. Так, отлично. Бочка. Так, на. Открывай. Так, отлично. Наша машинка скатывается.
Так, а тут сверху что-то падает. Так, скорее всего, это нам будет нужно потом. Кнопка, кстати, там. Обратите внимание. А это что такое? А. Сварочный аппарат. Да, это сварочный аппарат. Это такой сварочный аппарат, который поможет нам сейчас откалибровать, в том числе и нашу кнопку, которая... Так, куда ты поехал? Стоять! Ну-ка, стоять! Куда ты поехал? Стоять, 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 стоять. Стоять. Блин. Ладно, поставь бочку сюда. Так, бочку сюда. Так, ты не езжай никуда. Стоять. Ты никуда не поедешь, пока я не заберу все эти бочки, которые были там. Подожди пока. Так, забирай. Бросай. Ладно, это была плохая идея. Так, давай, вот так. Две хоть? Нет, три. Так. Так. Тащи, 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 тащи. Ладно. Так. Так, как бы его положить-то? Так, надо его вот сюда сложить. Короче, у меня будет очень много, ребят, ресурсов. Очень много. Чтобы мы могли ехать дальше. Так. Так. Нате. Так, теперь нам надо вот сюда взять сварочный аппарат и нашу кнопочку переделать. Делать ее красивенько. Вот все, вроде. Можно еще что-то улучшить. А, нужно улучшить кнопку сверху. Так, нужно улучшить кнопку сверху. Отлично. Все, поехали. Все. Состояние нашего транспорта идеальное. Едем дальше. Так, все, сейчас до упора. Ну, не до упора, да, вот так. Сейчас, 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 не волнуйся. Вот так, поехали. Едем. Езжай, 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 езжай. Пока нету бочек. Пока я бочек не вижу. С топливом. Я хочу попробовать в этой игре развить максимальную скорость, если это вообще возможно. Так, все вроде. Можно сейчас пополнять запас. Ой, блин. Не то нажал. Ой, блин, да возьми ты! Вот. Так, давай пополняй. Так, еще давай. Ну, думаю, хватит. Так, забирай. Сейчас мы эту бочечку повесим.
пусть висит. Так. И вот сюда. Давай. Поехали. Пока рассвета нет. Все, едем. Столько звезд. Опа! Бамс. Почти все наши запасы разлетелись. Сейчас откроем ворота. Ой, а вот кнопка. А это лифт. Нифига. Нифига, слушай. Так, это что за радио мы можем взять с собой? В случае чего. А это что такое? А это нужно нам настроить. Да, а это что? Зачем? Забирай. Че еще было с кнопкой? Музыка достойна Fallout. Возьмем еще с собой радио, чтобы играл, пока мы ездим. Плюс уж так атмосферно, ночью тем более. По звездным небом это круто. Пускай у меня тоже играет. А чё, пускай. Сейчас, конечно, эта музыка будет играть только на вот этой радиостанции, а в этом на самом радио она играть не будет, увы. Или будет играть, кстати говоря. Сейчас пока радиоволна ловит эту. Пока радио. Мое радио пока ловит эту волну. Это хорошо. А, слушай, стоп! Мы можем сейчас заюзать ветер. Так, все, радио перестало играть, к сожалению. Слушай, мы можем сейчас ветер заюзать. У нас же теперь паруса доступны. Точно. Вот так. Все. Пока ветер есть. Спокойненько едем. Чилим, расслабляемся. Игра дает повод порасслабиться. Дуновение ветра слушаем. Relax music. Ой, собственно, надо. И встречаем рассвет. Работающие вентиляторы. Это не как в Валли, в котором вначале стояли эти вентиляторы на свалке. И они ни один из них не работал. Прикольно. Сейчас прикинь, короче, мы под одним из этих вентиляторов будем ездить, и он внезапно зацепит наш парус. Но расстояние, оно, ну, типа, может позволить сейчас зацепить парус. Или не позволит. Но так-то он вон где, поэтому не зацепит. Но мог зацепить. Давайте будем честны. Зацепить он мог. Фонарик даже сам погас. Классно. Игрушка классная. Она очень расслабляет. Овцы быки, серьезно. Что в этих неполярных краях делают овцы быки? Их очень много, так смотри-ка, чё.
Ой, ща раздавим. Не, не раздавим. Ну ладно. Но не, реально, а что здесь забыли овцы-быки? Если так серьезно. Нет, конечно, я не отрицаю, что какие-то овцы-быки, они могут встречаться вот в подобных просторах. Но это не степь. Это не мерзлота какая-нибудь. Поэтому странно, в общем, со стороны овцы-быков здесь находиться. Ну и ладно. Я их типа не осуждаю. Типа не осуждаю. The Blue Isles. Iceless. A fresh start. Ну, кому как. Фермы тут. Старые паровозы, трактора точнее. Пока ветер есть, все клево, едем. Сейчас вон забор снесем, почему бы, собственно, и нет. Супер. Так, и вон какой-то пункт, в котором мы сейчас с вами остановимся. Точнее, остановят нас, потому что будет отсутствовать ветер. Все. Типа приехали. Типа приехали. Так, забирай. Это нам будет очень нужно. Так, вот сюда повеси. 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 Супер. Так. Заходим. Или что это? А, одна же... А, надо типа встать колесами, да, я так понимаю? Походу надо встать колесами. Стой! Все. Можно и так, в принципе, ну ладно. Ну вот так, да. Почему бы нет? Будем забираться сейчас на вышку. Ну, или так. А, окей. Кто-то на трубе играет, ну ладно, хорошо. Личка, грабли. Автомастерская, серьезно? Ух ты. Типа сейчас будем что-то мастерить? Или нет? Так, вижу дополнительный свой запас и вижу, короче, сзади какая-то шняга. Которую надо будет как-то подсоединить. Блин, слушай, радио так жалко выкидывать, блин, оно очень хорошо дополняет атмосферу игры. Я не хочу сжигать радио. Слушайте, а если эту игру скачать со Стима, есть ли достижение сохранить в игре радио? Если да, блин, я вот серьезно, я хочу в этой игре сохранить радио. Так, вот это вот что такое, я хочу понять. Вот тут можно прицепить крюк. И что это дает нам? Я понял. Так, я понял, ладно. А это надо будет перетащить? Yes. Ух, ни хрена себе, я как повредил корабль. Просто случайно распустив парус. А как забраться? А, по парусу же можно. Или нет? Или что, или мне нужно отъехать куда-то. Наверное, надо куда-то отъехать, подожди. Я случайно, короче, парус раскрыл. У меня корабль так сильно повредился. Жесть. А, ну вот. Понятно теперь, как работает. Вот, спасибо. Так. Секунду. Во-первых, топливо давай. Ну, сука. Вот так. Так, теперь, значит, нам нужно вот сюда что-то присобачить. Это что такое? Вот, что-то присобачили. Так, вроде починили. Вроде нет, не знаю.
А что это такое? Давайте посмотрим. Это, наверное... Или нет? Ну-ка, давай посмотрим, что это такое. Угу. Это, короче, пылесосит объекты, которые мы будем проезжать мимо. То есть, чтобы мы не выходили из поезда. Из своего. Окей. Удобно. Надо будет протестировать. Езжай, 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 езжай. Вот сейчас заодно протестируем. Вперед. Пылесось. Супер. Так, возьми. Воу, 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 мы очень сильно ускорились, охренеть. Давай, 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 здесь очень горка такая большая. Вперед. Все отлично. Блин, я забыл! Стой, 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 я забыл взять эту. Вон, вот эту штуку забыл взять, черт. Blue Isles. Тоже какой-то лагерь, городок, наверное. На городок больше смахивает. Ладно, давай. Вот так, хрен с ним. Что-то огнеопасное, хрен с ним. Это будет как топливо. Давай, поехали. Давай, 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 давай. Жми, 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 жми. Вперед, 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 вперед. Сейчас добавим скорости спокойно. Езжаем. Так, сейчас добавим топливо. Спокойно. На. Опа! Я понял. Я понял. Я понял. Я понял. Ладно. Зря это сделал. Так, пылесосить надо, пылесосить. Сейчас пропылесосим. Все отлично. Так, это взяли. Это взяли. Так, это убери. Так, сейчас мы починим. Не переживайте. Сейчас починим. Сейчас починим. Давай. Так, где? Вот тут. Вот здесь. Вон даже показывают, где чинится. Так, супер, надо еще кое-где починить. Так, и где-то еще надо починить. Потому что вон, вижу, тоже повредился. Вон парус, да? Да, где парус? Все, супер. Все, все показатели отличные. Едем дальше. Да, сейчас доедем до какой-нибудь головоломки или до какой-нибудь локации, в котором стопорится наш поезд, и пока на этом все не закончим. Проезжаем вот такую деревеньку. С такими мельницами. Довольно атмосферно, кстати, да, выглядит деревенька на фоне пасмурной погоды. Ну, мне очень нравится, правда. Мне правда очень нравится. Так, стоп, стопе, 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 можно здесь заюзать ветер. Здесь можно заюзать ветер, и заодно сейчас мы это... Добавим немножко. Так, слушай, что радио играет мое, да? Нет, не радио. Ну ладно. Ну не радио и не радио, хрен с ним. Едем. Плывем, точнее. С потоком воздуха до следующей, до нашей локации. Пасмурным днем, со звуками тихого очень ветра, в какую-то деревушку, в котором есть машины 50-х, 60-х годов, грузовики старые. В общем, в целом, все, что напоминает Россию. И не только Россию. В котором есть вот подобные заброшенные деревни. Целиком. С мельницами. И не только.
Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, не доедешь ты, не ври, давай. Давай, сейчас упремся куда-нибудь и все, и пока на этом сегодня закончим. Давай, 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 жми, 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 ветер есть, не ври. Не ври, есть ветер. Так. Блин, все что ли, ветра нет? Ой, не ври. Да не ври. Не ври, давай. Я сейчас пока вам пропылесосю эти ящики. Пылесось. Супер. Так, надо сейчас их как-то раскидать так, чтобы они не мешались потом. Да, блин, зачем ты включил? Выключи, 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 выключи. Все вот так. Так, все, давай. Поедем обратно. Так, все, вот сейчас упремся, и пока на этом сегодня мы закончим. Я надеюсь, сохранение пройдет. Ну, не пройдет сохранение, ничего страшного. Главное, чтобы мои вот эти запасы, они не пропали, когда я снова в эту игру зайду. Вот, сейчас мы упираемся в маяк. Все. Сейчас мы упремся вот в эту дверь. Давай, упрись, игра, в эту дверь. Упрись. И все. Все. Пока на этом, ребят, сегодня мы с вами заканчиваем. Кстати, я забыл ящик взять, вон я вижу. Какие-то ящики, возможно, ребят, я просрал в этой игре, поэтому сорян, сразу говорю. Вот, и, в общем, в следующей серии мы с вами продолжим проходить после этого маяка дальше. Вот, пока что на этом с вами усё, почему у меня мышка не хочет работать нормально. На этом все.